Здравствуйте, я Великанов Артемий, ученик 7 В-класса Щелковской гимназии номер 6. Сегодня я хочу рассказать вам историю моего прадедушки Бычкова Алексея Тимофеевича. Бычков Алексей Тимофеевич родился в 1922 году в Рязанской области деревни Фролово. На фронт он попал в 1941 году, 25 октября, в звании старший ефрейтор. В этом звании он дошел до конца войны. В документах числится, что он был пулеметчиком, однако по рассказам моего прадеда он был снайпером всю войну. Он рассказывал лично папе или его родственникам про свои вылазки, про храбрость бойцов. В основном рассказы были о битве за Москву. По окончании войны он удостоился таких наград, как медаль за оборону Москвы, множество юбилейных медалей, медаль за победу в Великой Отечественной войне. А также он получил удостоверение, которым очень сильно гордился. Удостоверение за охрану Потсдамской конференции, в которой участвовали главы трех держав. Это СССР, США и Великобритания. Я считаю, что нужно рассказывать про своих родственников, потому что каждый участник Великой Отечественной войны – это часть истории. Если мы забудем эту историю, ну, не самый лучший отрезок в нашей истории, то она может повториться. То есть, пока мы это помним, это не повторится.